А спонсор этого выпуска – канал Like a Game. Like a Game – это канал, заряженный позитивом и качественными летсплеями, монтажами и обзорами. В основном канал посвящен всеми нами любимой игре GTA Online. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Like a Game. Ты видишь зомбачку эту? Какую, Миш? Андрей. Она на стене у тебя? Ой, лол. Лол. А! Чего с ней не так, парни? Это 80-й левел паркура. Я так же хочу. Она держится пиздой за окно. Господи, блин. Это же тёлка, да? О, смотри, бегун, бегун бежит. Где бежит он? А вот за тобой где-то он войти или бежит там. Ой, смотрите, у меня тут это. Ой, смотри. Давайте, парни, это пойдем. Та тёлка еще что-то мутит. Парни, я метку поставил. О, ага. Она упала. Отлично. Блять, горячо. Пойдемте, Андрюша, пойдем. Ой, бля, у меня зомби пропал. Он исчез. Он упал в метке. О, красиво. Давай его тоже вниз надо. А, фу, он вонючий, он вонючий. Ты ему голову отпнул. Опять какая-то шлюха. Ну да ладно. Супер. Я твой рот. Ох ты, сука! А чили, иди взлам, это чили. А, бегу. Ох, нихера, у меня зомби перемещается. Блять, это я допрыгнул. Давай. О, они плюются, суки. Горите, ублюдки, горите. У них голова взрывается. Ой, кто-то к ним там подбежал. На, нахер ноги отрубил, она исчезла сразу. Прикол. Эй, ты куда лезешь, чувак? Кыш отсюда. Еще один. Две головы разом. Они похожи на обезьян, и нас обезьянами называют. Они на обезьян похожи? Ага. Это расизм. В смысле, я же не сказал, что это негры. Ну, это не негры. Это обезьяноподобные какие-то. У меня в руках. Только, может, у меня прокачка есть. Ой-ой-ой! Кто-то прибежал! Сука, без ноги как тебе? Нормально? Нормально, сука. Прошу! О, можно бить локтями. Сука! Да сука! Да сука! Пидорасы! Заебашили тебя, что ли? Я включил электричество, отсоси. Ой, блядь, я сам тебя смотрел. Она на меня легла и в электричестве, сука, вся! Уберите эту дуру, она в электричестве на меня легла! А, ты нормально? Да, я нормально. А меня током ударило. Ау! В ту сторону, Миш, бежишь. Больно! Да тут какая-то падла электричество включила. Вообще не говори. А, прыгай! Нормально, на мусорку упал. Как жизнь. Ой, у Андрея тут схватка. Так вот она драться. Нихуя. Вообще нормальные. Размесили, размесили. А зомбачи тут одного ушатали еще. Это я его ушатал, говорит. А зомбачи, да? Меня начали ушатывать. Вот ублюдки. Я так думаю, они больше вложили в это, чем ты. Смотри, как я умею войти. Ты где? Здесь я смотрю. Вот, на бегуне покажу. Ой, блядь, смотри, как я умею. Миш, смотришь, да? Он умер, блядь. Ты видишь, как я умею? Хера его приколдовали. Ой, как я умею, это неожиданно.
могу такой. И оп, и тоже так могу. Чего? Ой, нихуя полдела. Ебать. Я просто как американский футболист. Локтями всех херачу. Все херачат локтями, все сделали? Херачат локтями. А, вот так вот. У нас иммунитет к колючей проволоке. Я уже сделал. Фу, какая гадость. Все танцуют. А, не, как это? О-о-о, бомбермен. Где? Он уже охуел. Блядь! Всё, меня попадуло? Не задамажило. Андрей задамажило. А, да? Вот хуярь его! Андрей! Ну, в смысле, лечи! Так я его вылечил, алло, Андрей! А чё он лежит? Я его вылечил! Я его только вылечил и пошел лутаться. А все, он встал. Куда он делся? Он на базе, чё за хрень? Я его вылечил. Да я уже понял. Показали всё, что вы вылечили, дали попыт. Да, я видел, у него здоровье даже появилось. Андрей, ты вообще с нами? Да. Чё это было? Ты умер просто? Угу. Коза. Вон он, плеву надо. Их двое, блядь. Я их не вижу. Сука, все, их больше нет. А, так это плевуны были? Пойдем Громилу. Да. Они же как жабы выглядят. Ну, их называют жабой, блядь. О, смотри, смотри, он не может ударить, смотри. Да, 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 есть. Ох, да. Нихуя, он тебя рукой ушатал. Нет, я сгорел, блядь. Да? А, лох тупой. Давай ударь меня, сука. Не можешь, да? Нихуя! Он ударил меня. Он куда пошел-то? Он исчез! Он исчез! Че за хрень? Он исчез! Самоуничтожился. Смотри. У водителя автобуса собачка была. Найдешь ее? Погнали, парни. Найдешь собачку водителя автобуса? Собачку. Ну найди собачку водителя автобуса. Вот в автобусе где-то есть? Да. Внутри автобуса, в смысле? Да. Ну точнее не сама собачка. А то, что должно доказать о том, что была собака у него? Да, что у него была собака, да. Там фотка бабы какой-то. Какой бабы, блядь? А, ну да, там есть фотка бабы. А, ну вон же там. Рядом с рычагом переключения скоростей. Это же бабы фотка. Какой, блядь, бабы? Хуя страшная. Она просто мохнатая немного. Ой, тут чуваки какие-то. Ну как чуваки? Да? Ну, были чуваки. Парень сгорел на работе. Это он зря. О, хотели. О, кстати, мутанты появились. Я их пристрелить хочу. А нихера они гасят. Дико, дико гасят. Не хочу так больше. Не хочу так. Пидор. Я пошел в безопасную зону, ну вас нахуй. Засал, Миша. Вообще засал. Нихуя он бронирован. Стоп, это не безопасная зона. Или безопасная зона. Блять, надо на крышу. Какого? Андрей. Okay. Знаешь, когда мы узнали, что он его сын? Когда сейчас. Первый раз сюда пришли. Я первый раз в этом домике. Блять, не чё в этом там? Доме, как кто-то прорвал оборону. Ух ты, блядь! Шахида Саида, блядь! Раиса, точнее. Чувак, ты чё? Андрей, берегитесь, берегитесь! Отходите! Девитесь. Молодцы, молодцы. Ватили, я тебе помогу. Все, больше не помогу. Но он уже сдох. А, это Алёха, это Лёха с нами бегает. Я ему топор в голову просто кинул. Сука, я горю. Давайте все к Лёхе. Ватили. Блять, извини. Сука! Ватили подыхает, пока мы тут пиздим. Ватили, а ты видишь этот диалог? Нет, не вижу, я лежу. Руку вверх поднял. О боже. Ну заявись. Это очень интересно, конечно. Оружие там новое. Пиздец, как интересно. Ты видишь эти? Удачи, Крейн! Сука, какая нахуй да! Я успею, нет! Такой откинулся. А чё, где они? Не знаю. Вот они. Это зомби просто.
нихера! Это что было? Это динамит. Динамит Василия. Тёлка у меня лагануло. Всё, всё, ништяк. У нас большая база под контролем. У нас тут зомбач ручной, пацаны. Он, кстати, смотри, он будет... убегает от нас. Он не будет кусать нас, он мирный. Чувак, стой, погоди, есть разговор. Стой, ты куда? Блять, где он? Что он делает? Неплохая попытка. Ну давай, давай, попробуй. Смотри, смотри. У него там... Он спрятался в текстуре. Серьезно? Где же он? Где же он? А, вот он. Здравствуй, Кирилл. Я назову тебя Кириллом. Он с тобой разговаривает. О-о-о-о, Кирилл что-то не в духе сегодня. Ладно, пойдемте, оставим его. Ты не убежишь отсюда, теперь ты наш. Че, Андрей, кого гасишь? Научитесь так и торговать еще лучше. Стоимость товаров магазинов так и уменьшается на еще на 10%. Че, кто выиграет из них, как думаешь, Андрей? Зомби победил. Он получает подарочный набор пуль в рожу. И тут зомби тоже победили. Мужика они вообще сожрали полностью. Давай к Андрюхе наверх, на автобус. Все на автобус! Маршрутка уходит, когда заполнится. Ватили, в автобус, сука. Все отлично. Охуенно, да? Пошли в маршрутку, чтобы... А, да, водителя нет. Одна проблема. Нам вниз. О, круто. Нихера ты подлетел. Это не ты, это зомби. Меня уронили нахер. Плевун ебан. Я кинул толпу. А, да? Меня, по-моему, плевун уебал. Нет, тебя это динамит. Смотри, смотри, ты видишь этого, Тили? Да, я вижу. А, ёб твою мать. Опять эти бегущие уребки. Уребки. Дай что ли? Охуенно. Вау! Молодец, Андрей, просто вот вообще молодец. Я тебя поднял? Да. Да какого хуя? Меня убили опять. Что-то было нахрен. Так вот почему Андрей молчит. Он музыку слушает. Серьезно? Да. Как ты узнал? Блять, я слышу музыку. Это вот только в твоей голове войти. Нет, блядь, в моей голове не может играть кавказская музыка, потому что я эту хуйню не слушаю, блядь. На подсознательном уровне войти. Пошёл нахуй. Вот видишь, ты даже акцентом начал говорить. Нахуй пошёл, э? Чувак просто упал. Воу. Чё за звук такой? Ты что-то делаешь, Ватили? У меня как будто слоумо такое включается. Да это ты делаешь сто пудов. Я продаю, блядь, сижу в лавке. Или это Андрей делает? Стопудово я, блядь, делаю. Конечно же, я, блядь, делаю. Фью, такой звук еще. Это слоу-моушен, когда ты убиваешь. Когда слышь, ты убиваешь. Я никого не убиваю, я пришел просто на башню, блядь. Не знаю, я на башне, блядь, стою, торгую. Значит, Эша слышал. Что за хрень, блядь? У меня глюк какой-то с игрой. Это теперь постоянно такая хуйта будет? Вы, блядь, серьезно?